Всем привет, я Сергей из Флориды, и это часть вторая видео о том, как за 10 минут увеличить вашу жизнь на 30 лет. Вот, если вдруг вы не видели часть первую, то для того, чтобы увеличить на 30 лет, нужно просмотреть видео и законспектировать все, о чем я буду говорить, и руководствоваться этой информацией. Итак, в части первой я говорил про гипертонию и атеросклероз. Это часть вторая. Я буду рассказывать о раке и как предупредить рак. Вот, значит, перед тем, как я начну рассказывать все причины, я хочу упомянуть, что, по моему мнению, атеросклероз может быть причиной рака также. Об этом никто не знает. Это моя теория, которая, как мне кажется, очень логичная. Дело в том, что если любой орган человеческий недополучает крови, то он не может противодействовать инфекциям и раку. Вот. Он также не может свои прямые функции выполнять полноценно, но сейчас мы говорим о раке. То есть, если у человека давление отличное, то у него гораздо меньше шансов получить рак. Итак, я сейчас перечислю все причины, которые могут вызывать рак, и если вы эти причины запомните и будете избегать в своей жизни, то это вам поможет избежать рака. Так, причина первая, точнее группа, первая группа причин — это механические, например, царапины. Я лет, наверное, 30 разговаривал с одним из ведущих онкологов города Москвы и задал ему такой вопрос: были ли у него пациенты, которые были спортсменами и вели здоровый образ жизни? И он сказал, что да, были, у него было два человека. У одного был рак внутренней стороны щеки, у него был острый зуб, там обломился зуб, и острый край зуба царапал щеку очень длительное время. И именно там у него был рак. А второй был какой-то борец, который сгонял вес с помощью, и он часто пользовался клизмами, и он каким-то образом там себе расцарапал вот этот задний проход. Ребят, я вам рассказываю то, что он мне сказал. Вот, хотите верьте, хотите нет. Следующая группа причин — это физические. Вот, не от слова физкультура, а от слова физика. Это ультрафиолетовое облучение на пляже, если вы обгорели, у вас есть хороший шанс получить рак кожи. И радиация, например. Какое-то излучение. Следующая группа причин — это химические. Например, пестициды, красители, нитраты попадают в организм и могут вызвать рак. Если кто-то не знает, что такое нитраты, когда вы едите копченую колбасу красного цвета, она сохраняет красный цвет благодаря нитратам. Большое количество нитратов в копченой колбасе и в любом мясе, которое после приготовление осталось красного цвета. Значит, там есть нитраты. Этого нужно избегать. Следующие причины медицинские, я уже сказал, атеросклероз может быть причиной, и какие-то другие болезни могут вызывать, например, вирусы, гепатит вызывает, может вызывать рак печени. Следующая причина — это вредное питание. Ну, я не буду о питании говорить, у меня есть много видео о питании, но просто вы запомните, что если вы питаетесь неправильно, то это может быть хорошей, так сказать, причиной полновесной для получения рака. Следующая группа — это дефицит, недостаток чего-либо. Ну, привести вам пример: если какой-то орган требует какой-то там витамин конкретный или же какой-то минерал, вот, и он этого недополучает, значит, этот орган не может полноценно функционировать, а также он не может противодействовать образованию раковых клеток. И последняя причина, которую никто не знает, вот, но я абсолютно уверен в этом, это отсутствие физкультуры, каких-то физических нагрузок. Я думаю, что вообще человеческий организм, который никаких изменений не потерпел за последние несколько десятков тысяч лет, вот, я об этом прочитал,
То есть никак. Люди не стали умнее, и они не изменились физически. Ну, генетика человека как бы не изменилась за это время. Я прочитал, это довольно любопытно. Вот. И, наверное, то есть человеческий организм как-то был создан очень длительное время, и есть существует потребность физических нагрузок. То, что вы сами прекрасно знаете, что те люди, которые занимаются физкультурой, тренируются какими-то видами спорта, то это влияет, я имею в виду, не профессиональный спорт, который калечит людей, вот, а такой спорт для себя, для здоровья. Вы знаете, что физкультура улучшает здоровье человека. На этом все. Надеюсь, что кто-то из вас, кто-то из смотрельщиков моих этих двух частей являются такими же фанатами здорового образа жизни, как и я. И что те люди, которые серьезно подойдут, и все это выпишут, и все это запомнят, и будут руководствоваться, вот эти люди улучшат свое здоровье очень значительно. Смотрите остальные видео мои, у меня очень большое количество видео есть по здоровью, и там дана информация более детальная, потому что здесь я не собирался очень глубоко копать. Все, пока, желаю всем удачи, будьте здоровы!